Президент Туркменистана тоже, возможно, попробовал бороться со стрессом. Он попробовал себя в роли диджея. Кадры появились в интернете на новогодние праздники. Хотя, если верить дате, на самом видео сняли его еще год назад. Судя по всему, запись происходила сразу в двух помещениях. В одном из них за пультом сам Гурбангулы Бердымухамедов. Ну а в другом находятся певцы, здесь же аудитория. Мужчины в строгих костюмах и девушки в национальных нарядах. Стоят, аплодируют и танцуют. Президенту его новый амплуа явно по душе. Он раскован, подпевает. Сказать, что на сцене Бердымухамедов появился еще в 2011 году. Тогда он сыграл на гитаре и спел песню собственного сочинения. Есть у него и другие таланты. Вот глава государства катается на велосипеде, а вот выписывает пируэты на автомобиле. Президент Туркменистана известен и как писатель. И вот с этого года его произведения включены в школьную программу страны. Дети будут изучать его романы, посвященные деду, отцу и туркменским коврам.